В Сирии уничтожены сразу несколько главарей запрещенной в нашей стране группировки «Исламское государство». Это произошло в районе города Ракка. Сведения о том, что террористы собираются в одном из зданий, российским военным передали представители сирийских оппозиционных сил. За домом было организовано круглосуточное наблюдение, а после подтверждения полученной информации и прибытия главарей, бомбардировщик Су-34 нанес удар. Всего же за последние двое суток российские самолеты около 120 раз вылетали на боевые задания. Уничтожено более 400 объектов. Удары наносились в основном по бронетехнике, складам с боеприпасами и оружием, а также по нефтяной инфраструктуре террористов. В районе Дамаска обнаружен и уничтожен зенитно-ракетный комплекс «Оса». Ранее он был захвачен боевиками у сирийских правительственных сил.